Два брата. Вот. Один очень похож на Ваньку и уехал туда, в ту сторону, после Афгана, там, в Алакурти, это там, такой, далеко за полярье. Это была на двух братьях. Я братьев двух когда-то знал. С одним в Афгане воевал, ходили к черту на рога и ведьмам зубы. Стрелять он был большой мастак, с 10 шагов менял пятак, был по натуре весельчак, хоть с виду грубый. А старший был обществовед, на все вопросы знал ответ. Имел отдельный кабинет, машину, дачу, жил то в Париже, то в Москве, имел 7 пядей в голове. Да дело даже не в уме, поймал удачу. И вот когда, закончив срок, мы все покинули Восток, домой вернулись те, кто смог дойти до цели. Явился к старшему меньшой, все ж как-никак, а брат родной, тот накрывает стол большой, он ждал и верил. Нам спирт окопной глотки сжег, а здесь французский коньячок, и корка, семга, балычок, язык в придачу. И почему-то вспомнил я, как провожали нас друзья, чеснок, 4 сухаря и фляжка чачи. Меньшой сидел и молча пил, тут старший тост провозгласил, и выпил из последних сил за тех, кто в море. И повертев на свет стакан, как сказал Икая, слышь бы тут, братан, да бросьте свой Афганистан, он не в фаворе. Пройдет каких-то пару лет, его забудут, был и нет. Твой автомат и пистолет, купцам забава. Иные нынче времена, другие мерки и цена. Кому нужна твоя война? Ну что ты, права. Бери пример вон, хотя бы с меня. В героях не был я ни дня. А посмотри, моя семья в шелках и славе. Имею в обществе престиж, то в Лондон езжу, то в Париж, то в Риме с месяц погостишь, а то в Оттаве. Тут младшего тяжелый взгляд, его прервал, отставит брат. Я не политик, я солдат, и мне до дверцы. Вся философия твоя и золотая чешуя гнилых сентенций. Да что ты знаешь о войне? Вы здесь погрязли в барахле, и лозунг я тебе, ты мне, как песню вам. А на иного подлеца вполне хватило бы свинца, неполных 9 грамм. Чтоб ты в Европу ездить мог, дань кровью брал с меня Восток. Да я больше износил топок, чем ты штиблетов. Ты здесь в арабскую кровать с женой ложишься почевать, а там привык на камне спать, я с пистолетом. Мой друг не мастер говорить, умел он в спорах трезвым быть. Парижу начал заводить его браточек, и друга я увел к себе. По избежание ЧП мы с ним бродили по Москве до самой ночи. Какая б ни была беда, мы слез не лили никогда. Обиды горькая вода, бойцу опасно. Грустих, но зубы соль глотал. Что думал он, о чем гадал? Да я думал так же и молчал. Все было ясно. Потом судьба нас развела, его на север позвала. Меня замучили дела, работа, дети. А брат его обществовед в Париж уехал на 5 лет. Он там большой авторитет, в посольстве 3-й.